Ну, прежде всего, доброй ночи. Стандартный вопрос. Good night. Да, как долетело? How как was the flight? Перелет? It was good. It was a long day, but I'm happy to arrive now. So. Очень хорошо, был долгий, продолжительный день, но я очень счастлива, что прибыла. Как вообще здоровье, как самочувствие, когда увидим на тренировочном процессе на паркете? How's your health? When are you going to start your practices? Well, I've been working hard the past 6 months, you know. So my goal is to be able to practice with the team now and be able to join them for games maybe in 3-4 weeks. That's the goal. На протяжении последних 6 месяцев я постоянно тренировалась и думаю, что через неделю-две я смогу приступить к занятиям. Ну, уже командным с мячом, да. Понятно. А что можешь сказать по силе российского чемпионата? Удавалось ли встречаться с командами из России раньше, что она? Have you ever been in games with Russian teams? And do you know anything about their force or strengths of these teams? Of what team? Play the maybe tough game or maybe. I've played against Russian team before. I've played against Moscow, against Kursk. So yeah. I've been in Russia before, and everybody knows that Russia is a good basketball country. They have great players, and I'm excited to be here. So yeah. Ну, я на самом деле уже играла, была в России, играла с русскими командами, и всем известно, что русские команды очень хорошие игроки, известные игроки. И я очень рада, что я приехала играть в этой русской команде. Ну, а за нашей командой, за Никой, следила ли она, смотрела ли матч Еврокубка? Did you watch European Cup in Sigdekar? The game last night? Did you see it? Yeah, did you watch it? Yeah, yeah, I watched the game. And I think Nika did a great comeback. It was too bad that we lost by 2 points, but it's okay because we still have the games that we're gonna play in Turkey and in Hungary, so. Да, смотрела, конечно, за игру, но несмотря на то, что у нас всего 2 очка, то есть мы проиграли 2 очка, я думаю, что у Ники есть шансы победить, потому что еще впереди практически все игры. Ну и последний вопрос, стандартный для всех игроков, которые приезжают из-за рубежа. Как вообще наслышно ли, готовы ли к русской зиме? And the last question, are you ready for Russian winter? That's a good question. I mean, I don't have any choice, so yeah, I guess I'm ready. Ну, у меня нет выбора, думаю, что готова. Все, спасибо большое. Thank you very much. Спасибо. Good luck. Thank you.